Время писать свои креативные идеи в стол прошло. Сейчас у молодых людей нашей страны есть замечательная возможность реализовать эти интересные проекты. Члены Белорусского республиканского союза молодежи при поддержке Министерства образования запустили проект «Конкурс молодежных инициатив». Стоит отметить, что возможности, которые открывает победа в проекте, не заканчиваются на финансовой поддержке для реализации идеи. Данные возможности, которые организовываются, в том числе и впервые, безвозмездная спонсорская помощь организовывается в 2021 году впервые, и мы в том числе получаем первый раз опыт подобного рода деятельности. Я считаю, что это очень важно, так как молодые люди могут с хорошими идеями могут реализовать свой проект и принести пользу для всего населения, для молодых людей Республики Беларусь. От того, как проявят себя сейчас молодые люди, с каким интересом, будет ли это массовый интерес, от этого, конечно, зависит и финансирование. Наверное, в будущем году, возможно, и увеличат сумму для реализации еще большего количества проектов. Проекты направлены на вовлечение молодежи в творческую деятельность и социальную практику, повышение гражданской активности и раскрытие потенциала молодежи. Эти и другие темы будут в приоритете. Учреждения образования и организации, некоммерческие молодежные и детские общественные объединения могут участвовать в конкурсе молодежных инициатив. Цель этого конкурса гражданских инициатив, на самом деле, это чтобы любой молодой человек смог поучаствовать, предложить свой проект, свою инициативу и с помощью вот этой грантовой системы ее реализовать. Конкурс абсолютно открыт, он будет, заявки можно подавать на протяжении ноября месяца. Вот, есть маленький дедлайн, это 13 число, 13 ноября, вот, поэтому, конечно же, хочется чем больше, чтобы молодежь об этом узнала. Чтобы претендовать на победу, необходимо до конца ноября направить заявку на адрес организаторов, улица Карла Маркса, 40, город Минск, и приложить пакет документов с описанием инициативы, примерную смету расходов, план реализации и предполагаемые результаты. Дерзайте, и, быть может, именно ваша идея станет лучше и получит необходимое финансирование.